Летние Олимпийские игры 2000 года проходили в Сиднее с 15 сентября по 1 октября. В Австралии было разыграно 300 комплектов медалей по 28 видам спорта. Честь страны на вторых для Казахстана Олимпийских играх защищали 130 атлетов, представлявшие 17 видов спорта. На играх в Сиднее казахстанские спортсмены завоевали 3 золотые и 4 серебряные медали. Большую лепту в пополнение олимпийской копилки внесли наши боксеры. Однако первую золотую медаль на Сиднейских играх принесла легкоатлетка Ольга Шишигина. Пробежав, рассекая ветер, 100-метровку с барьерами за 12,65 секунды. Выходцы казахстанской школы бокса Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов заставили ликовать страну в последний день Олимпиады, завоевав еще 2 золота. Тандемный успех боксеров на Олимпиаде и 2 золотые медали по сей день являются непобитым рекордом. Одним из обладателей этих медалей стал 20-летний Бекзат Саттарханов, выступавший в весовой категории до 57 килограммов. В финале он одержал победу над американцем Рикардо Хуаресом. Еще одно олимпийское золото Сиднейских игр принадлежит Ермахану Ибраимову. Это была его вторая олимпиада в карьере. 4 годами ранее в Атланте он стал бронзовым призером, а в финале Олимпиады 2000 выступал в весе до 71 килограмма, одержал победу над двукратным чемпионом мира Марианом Симоном. Для боксера Булата Жумадилова это были вторые олимпийские игры в карьере. Как и 4 годами ранее, он удостоился медали серебряной пробы. Первый казахстанский чемпион мира по боксу выступал в весовой категории до 54 килограммов. Дойдя до финала, он уступил тайскому спортсмену. На вторую ступень Олимпа также поднялся боксер Мухтар Дильдабеков. На Олимпиаде в Сиднее он выступал в весовой категории свыше 91 килограмма. На ринге в полуфинале он одержал победу над кубинским боксером, но в финале уступил первое место спортсмену из Великобритании. Очередное серебро привез велогонщик Александр Винокуров. В групповой гонке на 239 километров он пересек финишную черту вторым. Первым же оказался немецкий велогонщик Ян Ульрих. Обладателем серебряной медали Олимпийских игр по вольной борьбе стал Ислам Байрамуков. В зрелищном полуфинале казахстанец одолел польского чемпиона Марка Гармулевича. Но в финале он потерпел поражение от борца из России Сагита Муртазалиева. По итогам Олимпиады в Сиднее Казахстан завоевал 3 золотые и 4 серебряные медали, заняв 22 место в общекомандном зачете среди 180 стран-участниц.